песни слово «рябиновый» заменить на «резиновый», она получится такой смешной. Ну да ладно, мы не вправе менять слова в песнях. Тем более сейчас мы подходим как раз к тому моменту, когда мы будем петь песни бардов. Там вообще нельзя менять слова. Барды убьют. Ну, если, конечно, догонят. Неправда. Они все добрые, никого не бьют. А песня... И сами меняют слова, кстати, песня... в песне. Это я точно знаю. Принадлежит перу Валерия Миляева и его супруге Людмилы Ивановой, блистательной актрисы, к тому же еще и поэтессы замечательной. Песня, в общем-то, женская. Это такой женский романс, типа «Темного вишневой шали». И вот я должен, в принципе, стоять и говорить, это женский романс, это «Темная вишневая шаль». Но нет, я буду петь вместе с Леной. Песня называется «Может быть».